Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. Мастер спорта международного класса, неоднократный призер чемпионатов и соревнований различных уровней, имя Эльвира Худина, воспитанника Нефтекамского ДСШ спорткомитета, известно далеко за пределами города. Еще в ноябре спортсмен был включен в состав сборной России, представляющей нашу страну на Кубке мира. И даже находясь в родном городе, Эльвир продолжает тренировки. Дорожка на стадионе, тележка и более 100 килограмм груза на ней. Вот и весь нехитрый инвентарь чемпиона. Главная цель даже во время отдыха – не потерять физическую форму. Впереди у Эльвира одно из самых трудных испытаний – чемпионаты Европы и мира. Ну и, конечно, надежды на победу. Хотелось бы попасть в призы. Будем стараться, будем бегать, кататься. Есть шансы, есть надежды. Секция легкой атлетики. Именно здесь и растят будущих чемпионов, которыми гордятся все нефтекамцы. Но мало кто знает, в каких условиях им приходится тренироваться. Покрытие на полу, не менявшееся со времен строительства стадиона, давно не отвечает требованиям. На стенах отлупившаяся краска и плесень. Да и тренажеры впору сдавать в музей. Естественно, дорожка нужна, конечно. Она же, видите, постарела уже. Хотелось бы иметь более современную дорожку. И тренажерный зал хотелось бы иметь, конечно, где можно было силовой подготовкой капитально заниматься. У нас есть своя там небольшая площадка, где мы занимаемся со штангой. Но если его расширить, было бы неплохо. Обещание сделать ремонт уже получено, пока же спортсмены, не привыкшие жаловаться на трудности, продолжают готовиться к новым соревнованиям. К слову сказать, буквально на днях Рената Хузина и Алина Хафизова, также воспитанницы ДСШ спорткомитета, на первенстве России среди юниоров завоевали золото и серебро. Вадим Хисматуллин, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».